Ну что, друзья, всем привет. Прямое включение из центра столицы, гостиный двор. И мы начинаем через полчаса первая игра на третьем корте в час дня. Вот эти бойцы. Биверс. Будем грызть насмерть и держать вас в курсе событий. Субтитры сделал DimaTorzok.
Первая игра, победа техническая. Команда не приехала, и мы сразу же сыграли вторую игру. Тоже победа. Объявляю счет. Вот там он 3-13. И мы ждем соперников по дальнейшей стадии, потому как в группе всего три команды, и выходят все. То есть мы выходим с первого места и будем ждать. Сейчас играют мои друзья. Вот они. Это без носок. Серега, Диман, Шляпа, удачи! Могли бы как-то помягче сказать.
Ограды? Тут нет ограды. Мимо! Хорош! Хорош! Чтобы так и не было.
Я ждал, когда шоу, надеюсь, что советы провалятся в лесу.
Ай! Хорош! Да, я уже
Йога! Еще шестой, еще нужно седьмой и восьмой. Ну,
самого начала. Знаешь, эти игры фанатов, там с тобой не пусть жили. Пиво! Бля, давай. Уводи! Касание! Поим, да, вы вообще тоже можете разгадать перед полуфиналом. Я, конечно, понимаю, шарам придется гадать только перед тренировкой, но все равно. Если есть желание, то вы можете подтянуть. Если, конечно, нету желания, то... Просто у нас скоро игра начнется сейчас. Мы все технарь за ямку смогут написать. Вот так, а минуточку не ожидайте, и все, она рухнет. Ой, хорош! Давай, давай, здесь, в ногах, ногах, не пускай! Сергей Козлов, Руда Аслан.
что, друзья, наш турнир завершен. Мы вышли в финал четырех. К сожалению, проиграли одно очко. Все решалось в последней атаке. И можно сказать, мы заняли третье место из всего ряда команд. Очень много команд сегодня. И мы заняли первое место в своей группе. Мы вышли в плей-офф и одержали 5 побед к ряду. Две из них, правда, техническая победа, но 3 победы мы завоевали своими силами и всю свою сетку прошли без поражений. И в результате вот эти 4 сетки образовали 4 победителей, одним из которых мы оказались. И наше третье место. Считаю, это крутой опыт. Мы сегодня круто поиграли. И не с пустыми руками. Не с пустыми руками. Всем спасибо, кто следил. Дальше будут еще видосики. Я обязательно сделаю видосы с играми. Так что с вами был Егор Паст.